Лебединое пополнение. В Дубовке на воду выпустили целое семейство этих птиц. Видела это и наша съемочная группа. Трех белых лебедей выпустили сегодня на воду в Дубовке. Птицы пока что будут плавать в большом водоеме. Как только закончится реконструкция малого озера, их переправят туда. Пернатых гостей радужно принял одинокий здешний постоялец – лебедь Мартин. Деньги на приобретение птиц выделили местные предприниматели. Мы считали, что какой-то символ вот остался. Вот я как житель города так вот воспринимаю Дубовую рощу, что здесь есть лебеди, здесь есть шлюпки, на которых можно кататься. Мы вот как бы стараемся вернуть этот образ, чтобы всем было приятно приходить и смотреть на природу. В ближайшее время лебедей обещали откормить, так как то ли с дороги, то ли от жары, но на вид они не слишком упитанные. В большом водоеме птицы пока адаптируются к здешним условиям. Основные работы по реконструкции малого озера практически выполнены, говорит Олег Комаренко. И тамошнее место для птиц обустроили должным образом. Мы на двух островах подготовили для них острова, то есть там засажены специальные растения, которые лебеди любят клевать, установлены домики как бы для их не проживания, а там они как бы могут яйца откладывать, например, да. Вот. И также там сделана аэрационная система и система водяного оборота, то есть чтобы озеро не замерзало зимой. Сейчас после очистки малый водоем продолжает наполняться водой. На поверхности озера плавает ряска – корм для птиц. Вскоре вокруг озера обустроят смотровую площадку и тротуар возле нее. Газон, по рекомендации специалистов, обещают уложить осенью, чтобы не выгорел в летнюю жару. Дубовка – традиционное место для отдыха запорожцев, которые приходят сюда семьями. Владе 7 лет. В Дубовку она приходит на занятия верховой ездой. Девочке очень нравится, что такие красивые птицы поселились в парке. Ну, довольно часто сюда приходим на занятия, еще плюс прогуливаемся после занятия, смотрим на лебедей, кормлю хлебом, булочками любыми, там, голубей, птиц всех. Я думаю, что это пойдет на пользу нашему парку. Дубовая роща – это жемчужина нашего города, и чем больше здесь будет животных и птиц, тем более привлекательным это место станет для наших горожан. На следующей неделе семейство пернатых ожидает очередное пополнение. Сюда прибудут утки, а после и гуси вольются в птичью компанию.